Продолжаем урок касательно хадиса, на чем держится земля, то есть на такой вопрос, на чем держится земля. Пророк Мухаммад салям, ответил: "Аль-арду аль то есть земля держится на быке и рыбе. Один раз сказал и в другом ревайте передается, что один раз сказал на быке аральсав через некоторое время аль то есть на рыбе. И вот именно правильное понимание этого хадиса в прошлом уроке мы разъясняли. Здесь не имеется в виду, конечно, какая-то материальная рыба там или же бык. И еще один аспект э, этого хадиса, один из э, значений. Почитаем. С точки зрения древней астрономии, в геоцентрической системе мира Солнце находится в движении. То есть раньше люди думали, что Земля плоская и Солнце двигается. Земля остается на своем месте, а Солнце двигается. На каждые 30 градусов движения Солнца было обозначено одно созвездие. Если между звездами, находящимися в тех созвездиях, провести условные соединительные линии, тогда некоторые из них представлены в виде льва, некоторые в виде весов, некоторые в виде быка, а некоторые в виде рыбы. То есть они представляли так, что именно по движению Солнца вот на этом основываясь созвездия уподобляли. Поэтому тем созвездиям были даны такие названия. С точки зрения современной астрономии, Солнце не движется, а те созвездия остались без применения. То есть что современная астрономия что говорит? Земля движется вокруг Солнца. Вместо Солнца движется Земля. Стало быть, вместо оставшихся без применения созвездий, обозначенных на пути движения Солнца, их нужно в уменьшенном масштабе обозначить на Земле на ее годовой орбите. В таком случае эти небесные созвездия будут проявляться движения Земли по своей годовой орбите, то есть именно Земля движется по годовой орбите вокруг Солнца, и каждое созвездие отражается, как если представить как зеркало годовой орбиту Земли на какой-то части этого зеркала, и Земля она как будто вот путешествует под этими созвездиями. Тогда Земля каждый месяц будет находиться под одним из небесных созвездий, словно орбита Земли становится неким зеркалом, в котором отражаются небесные созвездия. Таким образом, с этой точки зрения, как мы упомянули ранее, почтенный посланник, алейхиссаляту вассалям, один раз сказал «Аля савр» на быке, а другой раз Алель-Хут на рыбе. Да, он, алисалату ассалам, подобающим пророку, чудотворно излагающим языком, указывая на одну глубокую истину, которая будет понята лишь спустя многие века, в первый раз сказал на быке, потому что тогда, когда ему был задан этот вопрос, земля находилась под созвездием быка, тельца. Через некоторое время его вновь спросили об этом, и он ответил на рыбе, потому что в тот момент земля находилась под созвездием рыбы. То есть, право колеса сам еще в то время знал, что земля круглая, что есть атомы и многие вещи знал, но не говорил это людям прямым текстом, потому что они, это привело бы к отрицанию. Потому что люди по-другому воспринимали мир тогда, и поэтому говорить с людьми на уровне их понимания одно из условий красноречия. То есть, поэтому и в Коране, и в хадисах пророка, алейсалату ассалам, такие есть моменты, что говорил с людьми на уровне их понимания, но для будущих веков оставил подобные указания. Из этих указаний мы эти смыслы уже понимаем сейчас. Потому что чем отличаются ученые от неученых? Ученые понимают указательные смыслы. Просто их не поймет. Поэтому и Хуран, и Хадисы сам говорили на понимании того времени, когда был не способом Хуран, когда было это именно простых людей, но на все будущие века оставляют вот такие подобные указания, которые с раскрытием которых скрытые стороны красноречия хадисов и аятов раскрываются. Таким образом, имея в виду эту возвышенную истину, которая станет понятна в будущем, а также намекая на вращение и движение функций Земли, и на то, что небесные созвездия по отношению к Солнцу останутся, остаются без применения и без гостей, и что действительно функциональные созвездия находятся на орбите годового вращения Земли, и указывая на то, что тем, что выполняет эти свои функции и движется под этими созвездиями является земной шар, он, это сам сказал Аляль Саури вальхут на быке и на рыбе. Аллаху алиму бисаб. Истину знает лишь только Аллах. Странные, находящиеся за пределами разумного предания, касающиеся быка и рыбы, содержащиеся в некоторых мусульманских книгах, являются или исраильятом, то есть не из ислама пришло, а от прежних, из прежних писаний некоторые Ученые прежних писаний, приняв ислам, с собой принесли эти сообщения, или аллегориями, подавлениями, или же толкованиями некоторых ученых хадисоведов которые частью невнимательных людей, предполагаясь, хадисом, были приписаны Пророку Мухаммаду алейсатуса. Алей إنك أنت أنت العليم الحكيم والحمد لله رب العالمين